Новые качели, горки, мягкое резиновое покрытие и разметка. Все для удобства детей. На улице Молодежная, 68, открыли детскую игровую площадку. И даже несмотря на вечер, оценить качество новой игровой зоны пришли не только взрослые, но и дети. Площадку мы ждали давно. На самом деле у нас была в очень плохом состоянии площадка. Вот в этом году нам поставили новую, очень рады, деткам нравится. Да, единственное, что, конечно, хотелось бы еще освещения. Также здесь дополнительно установили малые архитектурные объекты, бордюры и ограждения. Благоустроили дворовую территорию, и это еще не все. Все будет зависеть в первую очередь от финансирования и от состояния близлежащих и иных детских площадок и дворовых территорий. Микрорайон очень большой. Микрорайон, ну, скажем, не старый, но уже не совсем молодой. Есть объекты, которые нуждаются прям в абсолютно срочном ремонте и замене. Все работы по обновлению двора провели в короткие сроки. Причем тематику детской площадки выбрали сами жители. Новая игровая зона соответствует всем требованиям и нормам безопасности. Данную площадку и асфальтобетонное покрытие также инспектировали наши коллеги из отдела благоустройства. То есть они проводят осмотр и детской площадки, и асфальта на предмет, собственно, правильности применения технологий. Гарантия, которую, собственно, дает муниципалитет, это 5 лет. То есть через 5 лет жители могут претендовать на замену, собственно, и новую модернизацию детской площадки. Всего в 2024 году в Химках планируется благоустроить 22 детские игровые площадки. Из них 17 уже обновили, а на оставшихся 5 работы еще ведутся. Андрей Панченко, Вильфред Демковский, новости Химки ТВ.